Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут, компания «Агроном». Вы в прошлом году покупали у нас зерномет. Помните? Помню. Я звоню спросить у вас отзыв о его работе. Что можете сказать? Да нормально, что я могу сказать? Хорошо работает, справляется с объемами, которые у вас есть. Да. А поломок не было никаких? Да пока нет, но у меня особо-то как сильно... Сейчас вот у него работы много будет, а весной как бы... А осенью... Ну, тоже работа была, в принципе. Пока не было, ничего не могу сказать. Ну, отлично. Я рад, что вы такой отзыв дали. Если вдруг какие-то вопросы будут, вы можете звонить, подскажем, расскажем. Хорошо? Хорошо, спасибо огромное. Угу. Всего доброго, до свидания. Всего доброго, до свидания.